Всем привет! Сегодня я сниму видео про Charm, о том, какая награда, зачем он нужен и, в принципе, как в нем выигрывать. То есть некий лайфхак расскажу о том, что используют другие герои, в принципе, для того, чтобы выиграть в этом Charm'е. Первоначально Charm могут участвовать только женские персонажи. Для регистрации нужна аудиорегистрация, вот, в принципе, вот Charm. Мы сейчас зайдем. Вот, очарование, правила, награда и голосовая регистрация. То есть регистрироваться могут только женские персонажи. Дальше, что у нас по награде? За первое место у нас 4 костюма временных на 7 дней. Вот у нас один костюм. Далее второй костюм. Далее вот есть такой подарок гнева дракона. Здесь у нас будет костюм и подарочный билет. Дальше у нас есть вот подарок юбилейного коллекционного наряда. Здесь также будет костюм на 7 дней и подарочный билет. За второе и третье место один подарочный билет, два костюма. Четвертое и пятое место один костюм. Шестое и десятое место 5 кусков костюма, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Да, вот 5 фрагментов райской. Вот, смотрите, для чего в основном нужен Charm? Единственная действительно нужная награда — это подарочный билет. Потом эти подарочные билеты некоторые люди могут продавать, как я продавал грибы, типа. А другие могут просто заливать твинов и на основу перекидывать нужные им вещи. Те же материалы кольца, те же камни духовки и тому подобное. То есть это специально для и специально для этих подарочных купонов, чтобы потом иметь выгоду какую-то. То есть перекидывать с твинов на основу или с друга на друг на друга, там за какие-то там, может, другие вознаграждения, в принципе. У нас Charm очень забагован. Ну как забагован? Его очень легко обойти, если есть немножко там неких знаний, я, в принципе, расскажу вам. Смотрите, дальше есть записи цветов. Ну, я не дарил цветы. Вот само соревнование. Вот первое место 46 тысяч Charm'а, да. И внизу видно: люблю психа, посылает Angel 99 роз. Смотрите, 46 тысяч роз. Если вы соберете всех своих друзей, и они не тратили вообще эти розы, там будет 50 человек, неважно, у вас не будет 46 тысяч роз. Эти все розы дарены с твинов, специально прокачанных. То есть берется, создается отдельно аккаунт, новый полностью. Я рассказываю систему, как они выигрываются. Создается 1, 2, 3 аккаунта новых полностью, то есть там с нуля. Прокачиваются персонажи до 29 уровня все. Эти персонажи вступают в альянс. И каждый день они получают награду в 300 магических камней за счет дракона альянса. За месяц они получают 9000 магических камней. Да, то есть они просто остаются, ничего не делаются, у них 9000 магических камней. Далее этому аккаунту донатится 1 доллар. Он становится VIP-1. У вас получается 6 персонажей VIP-1 с 9000 магических камней на каждом. Там 9 с копейками. Вот. У вас 2-3 аккаунта таких, допустим. Имея VIP-1, вы можете за донат повышать Charm конкурсантов. В принципе, вот как они и делают. Стоимость повышения 300 магических камней, 99 роз. Вот видите, все повышают по 99 роз. Получается, вот, например, Charm Angel, да, 46 тысяч. Множим на 3 тысячи. То есть это 138 тысяч магических камней было потрачено для того, чтобы Angel выиграла первое место. То есть это было сколько? Около 40 твинов, да? Ой, не. 138. Это около 15 твинов. Либо же есть другой вариант, когда они берут, создают твинов. На этих твинов донатят. Нормально так донатят. Магические камни сливают в Charm и делают откат. То есть это все работает через баг, через... Ну, не баг, но типа обходя систему. Это, ну, в принципе, неправильно. Я надеюсь, что после моего видео администрация напишет какое-то обращение к разработчикам, и это пофиксят, и не будет такого. Потому что сейчас в Charm'е участвовать невозможно.
То есть в шарме выигрывает тот, у кого куча твинов, либо у кого куча бабла, и он может создать себе новый аккаунт, закинуть туда денег, сделать типа взнос в шарм и дальше сделать откат. Смотрим, почему я так считаю, почему это все с твинов заряжается, как я говорю. Смотрим рейтинг цветовый, все намного проще. Первое место, персонаж, 48 тысяч мощи. Какой уровень? Понятно, маленький. 4500 цветов, это примерно 13,5 тысяч магических камней потрачено было. Дальше, следующий персонаж, 61 тысяча мощи. 4000 цветов, дальше 77 тысяч мощи, 3800, 260, это чей-то твин. И пошло-поехало, то есть все в районе 70, 100, 60, 30 вон, тысяч мощи. Все персонажи, вот, Милочка, мы там, ну и все-все-все-все вот персонажи, мало, вот, Виджи Кенни. 1500, да? Но если я не ошибаюсь, то это уже забитый персонаж, на которого, ну, реально забили. Практически все он 70 тысяч, 50 тысяч мощи, 50, 50, ну и тому подобное. То бишь, все заливается твинами. Просто берутся, качаются твины до 29 уровня, на них капают магический камник, дальше им поднимается VIP-1, и с этих твинов сливается все в шарм. Просто-напросто. То есть любой обычный человек не может выиграть шарм. Для этого нужна подготовка. Просто. Попросив всех, весь свой альянс закинуть за себя, ничего это не поможет. Просто не старайтесь зря, не тратьте эти ни камни, ни розы, просто собирайте их. Я говорю, я надеюсь, что администрация пофиксит это все, и в дальнейшем это будет более как-то лояльно и действительно будет конкурентоспособно. Потому что сейчас это не конкуренция, это просто кто кого перехитрит, грубо говоря. Дальше смотрим подарочные купоны, я еще быстренько покажу вам. Вот такие купоны. Где они? Вот подарочные купоны. У меня они за битву топ-50. У меня 7 купонов есть. Можно подарить другим игрокам часть предметов из сумки. Вот. И смотрим, какие предметы можно дарить. Зубы, купоны обновления, флаги, семена, кровь демонов, пламенный камень, плоды, грибы, кристаллы, свистки, камни пробуждения. Для приручения коней ресурсы, для колец ресурсы тоже. Это все можно дарить. Вот, в принципе, я думаю, что о шарме рассказал все. То, что шарм у нас сейчас донатный, твинный и не подконтрольный никому, то есть вы уже поняли. И хотите, можете качать твинов, можете делать, но опять-таки это все на ваш страх и риск. Опять-таки я надеюсь, что администрация обратит внимание на это видео, и в дальнейшем это будет пофикшено и не будет такого нечестного, скажем так, неконкурентного состояния, и все немножко поменяется. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.